Приветствую, дорогие друзья! Мы на канале «Есть вопрос». Сегодня расскажу вам про нашего Ботли. Вспоминаем, что это такое. Это робот для обучения алгоритмизации. Он стоит определенных денег. Напоминаю, вот сейчас, 2021 год, лето. 7800 стоит вот этот набор, который маленький. И 10,5 плюс-минус стоит набор с аксессуарами. Большой. Приличные деньги. И казалось бы, через год вы поймете, что вам не хватает каких-то новых ощущений от этого робота. Дети устали, если вы будете часто с ним заниматься. Что бы добавить? Что бы придумать? Можно, конечно, заняться тем, что будем рисовать различные поля и придумывать для них, для этих полей, разные квесты. Детки будут с ними справляться. Но с другой стороны, зачем придумывать, если за нас уже это сделали? Итак, представляю вашему вниманию набор аксессуаров для Ботли, который давно на рынке, но мало кто о нем знает. Не знаю, почему это так. Мы решили разобраться с этим и показать вам. Итак, давайте будем открывать и посмотрим, что же находится внутри и чем этот набор разнообразит вашу образовательную жизнь. Погнали! Итак, открываем нашу заветную коробочку. Сразу для тех, кто спешит, набор этот стоит 1900 рублей. Это небольшие деньги для образовательного решения. Давайте посмотрим, что же в него входит. Инструкция на английском языке. Ну, на самом деле здесь в основном это картинки и схема расположения элементов. Далее, в набор, сразу скажу, входит 40 элементов. Это вот такие домино пластиковые. И вы знаете принцип домино, да, когда его руками-то выложить сложно, это уже какое-то определенное занятие. Вот, а с каким удовольствием дети будут его ронять. Далее, вот такие наклеечки. Мне странно, почему они помяты. Ну, точно так же, как и вот эта инструкция. Неаккуратно упаковывают, расслабились. Не знаю, кто... Далее есть шарики, с которыми мы взаимодействуем, да, и которые мы будем заталкивать. Есть вот такая конструкция. Это, если я не ошибаюсь, называется рука. Нет, кстати, это не она. Рука — это вот это у нас. Молоточек такой, да? Вот так он вставляется. И вот так, бам! Будет бить отлично. Какой-то дополнительный аксессуар. Это все можно, конечно, почитать инструкции, посмотреть. А две дополнительные руки для Ботли. Стандартную забираем, нестандартную вставляем. Вот такая история. Будет он у нас однорукий. Тысяча чертей. Два вот таких кубика, точнее пластины. Сосуд. Ворота. А вот основа для вот такой карусели. И, собственно, горка для скатывания наших шариков. Отлично. С этим мы разобрались. Что же за это, за наклейки за такие? Ну, очевидно, что, опять же, без инструкции я понимаю, что эти наклейки мы можем наклеить, да, на различные объекты. Вот, например, здесь на основу карусели. И еще поискать пару мест. Собственно, сейчас этим мы и займемся. После того, как прочитаем инструкцию. Друзья, через пару минут я соберу какую-то конструкцию, запустим робота и посмотрим, насколько интересно и увлекательно это действие вживую. Зачем нам покупать то, что, собственно, никем не опробовано? Проверяем, у нас же канал «Есть вопрос». Погнали! Ну что, вот у нас и получилась вот такая конструкция. Честно говоря, очень переживаем, что у нас это не заработает. Поскольку шаг мы плюс-минус знаем у Ботли, я сейчас сделаю следующую программу. Вперед, поворот налево и вперед. Все. И он должен задеть, значит, крайнюю доминошку. Они должны в свою очередь ударить по шарику. Шарик скатывается, в горку ударяется. В карусель, карусель проворачивается, ударяется здесь. Большая домино приводит движение молоток. Молоток сдвигает у нас шарик. Он ударяется в корзинку. И все счастливы, у нас корзинка переворачивается. Это в теории. А что будет на практике, мы с вами увидим. Итак, делаем программу, удаляем предыдущую. Помните, да, как создаются программы в Ботли. Нажимаем вперед. Поворот, вперед и зеленую.
Пока пишите комментарий, получится или нет. Поскольку инфракрасное управление, Акелла промахнулся. На самом деле все понятно, почему это произошло. Прошло время, мы тут долго строили эту всю историю. Мы дяденьки уже в возрасте. У нас тремор в ручках есть определенный. Еще раз удаляем. Вперед, поворот, вперед, зеленая. Бам! Погнали! Просто, я не знаю, получится или нет. Но лево с правым я путаю до сих пор. Вот чтобы не было таких, как я, людей, учите детей, начиная с детского сада. Я до сих пор вспоминаю, где у нас правая сторона. Вперед, поворот, вперед, зеленая. Ну тут, понимаете же, надо сверху смотреть. Лево это право, право это лево. Есть! То у нас с первого раза получилось. Вот так. Ну, могём. Ну, не для этого я высшее образование получал. В Пермском государственном политехническом университете. Такие дела. Короче, сработало. Очень интересно. Историю можно продлять. Вы знаете, что у вас в домино есть. Домино в детском саду и так присутствует. Можно это все растягивать. А вообще сейчас, вот прямо из упаковки, у нас есть с вами схема на 8, да, с 8 уже примерными расположениями, расстановками. И с теми задачами, которые дети должны выполнить. В идеале наш робот-ботли, если бы место на столе позволяло, он бы еще вернулся и забрал вот этот лоточек с шариком. То есть это бы была его программой. И точно робот-ботли придется по вкусу детям, они его увидят с новой стороны. Такие дела. Напоминаю, по стоимости этого набора он стоит 1905 рублей сейчас в розницу. И получается, что это не такие большие деньги, если мы с вами прикидываем, что раз в неделю у нас каждая группа должна будет позаниматься этим роботом. То есть это ерунда. Как правило, у вас на подгруппу должно быть 4 вот таких робота, соответственно, 2 набора. Да, пока одни пишут программу, вторые проводят эксперимент. Потом они все вместе собирают. Если хотите вообще быть в шоколаде, значит, у вас должно быть на каждого робота по одному набору. Тут уже сами от финансовой составляющей прикидывайте. Видите, робот-ботли говорит, давай, давай, ускоряйся, уже хватит болтать. Итак, набор мы показали, по ценам рассказали. Выбор за вами. Хотите приобретать? Вконтактики внизу есть, знаете, куда звонить. Пишите свои комментарии, насколько этот набор вам нравится больше, чем робомышь и чем уж точно пчела. Любители пчел, отпишитесь, как вы с ними страдаете. С вами был Александр, канал «Есть вопрос». Всего доброго, до новых встреч!